была борьба за мяч. Да, Грависа она поставила. Ничего особенно грубого, ничего не игрового. Фол и фол. Рената у мяча у Севильи. А вот это был Серхио Маркес в расфокусе. Он и бьет. Ну что ж, парень подтверждает, что является открытием сезона. Очень хороший удар и очень красивый гол. Суперклубы уже рыдают по этому малому. Уже рыдают. Прекрасный удар, прекрасный гол и прекрасный матч для Севильи. Команды сошлись как быки в этом вот Бадалове, где-то на уровне центральной... Ну, парень, успокойся, но еще ничего не случилось, команда еще не выиграла. Но Севилья забила, наконец, добилась первой своего. Ох, какой удар! Какой удар! Сочная красота такая! Лето наступило практически с этим ударом Серхио Рамоса в Севилье. Прекрасно, прекрасно! Мяч летел, не шелохнувшись, не вращаясь, ничего. Как